С начала открытия пляжного сезона в Чувашии утонули 4 человека. Последний несчастный случай произошел вчера днем в нескольких метрах от берега в районе улицы Афанасьева. Утонул 14-летний подросток, который находился там вместе с друзьями. Тело было обнаружено спустя несколько часов поисков. Обстоятельства произошедшего выясняются. В связи с наступлением жаркого сезона следственное управление призывает граждан избегать купания в необорудованных для этого местах, которые не могут обеспечить безопасность отдыхающих. Необходимо обеспечить контроль за времяпрепровождения несовершеннолетних на досуге, а при их нахождении рядом или в пределах шаговой доступности от водоемов следует быть предельно бдительными.